долгожданная свобода. Я у тебя в долгу.
мне! Что случилось? Скучаешь по нему? Я не просто скучаю по мужу. Какая опасность? Пираты. Их... Кто это, рыба-меч? Мой муж знает о нем больше, чем я. Если его схватили пираты... Я еще надеюсь. Я спасу твою... Я найду... Я его разыщу. Он рыбачит у западного берега. Если он жив, вернет. Да!
Мистик, вы свободны! Это он. Меня прислала твоя жена. Хвала Посейдону. Пираты ждали прилива, чтобы напасть. Нужно уплывать. Я провожу тебя в Гераклеон. Плыви, я за тобой. Чем тебе отплатить? В мире и без того полно вдов. Мы порядком задолжали рыбий меч, так что спасибо за... И что же там под водой у маяка?
Хвала богам! Что случилось? Морские бури не утихают. Вы уже приносите... Обычных жертв недостаточно. Вокруг сотни топоров. Просто возьмите другой. Но топор Аркалахариона создан ради... Ради богов. Богов? Рыба-меч скормит меня акулам до... Рыба-меч? Он тот, кто велел нам ежемесячно совершать ритуал. Мне лучше замолчать, мистер. А если я... Тогда я под... Потребую? Нет, то есть вежливо попрошу. Где мне из... У разбойников, в пещере к востоку от... Я посмотрю. И не размахивай! Я пришел. Вот и топор. Таким никого не зарубишь.
Я могу как... А какой рыбий меч ты... Скажу, и он убьет меня. Не скажешь, я... Рыба-меч, хозяин рыбного рынка. Он собирает дань с... Почему ты боишься рыб? Его боят, и с ним не шутят. Вот так добрый. Покажи, где живет рыба-меч. Я не знаю. Никто не видел его. Недавно один рыбак сказал, что... Вот он точно... Я рискну. Раньше рыба-меч жил на рыбацком маяке на севере. Напомни, где... Проверь рыбацкий маяк на севере. А за этот-то... Нет, не продавай его. Отдай мне. Топор принадлежит. Я уже начал...
Легендарный Кнос. Когда-то здесь правил царь Минос. Не трожь сундук! Он мой. Я не вор, но будь я им, я бы не взял этот хлам. Это не хлам. Эти руины. Странное место для лагеря. Зачем ты здесь? Давным-давно мой отец, искатель приключений Никиус, вошел в лабиринт прямо под нами, чтобы украсть сокровища Минотавра. Снаружи я слышал вопли и рев, а потом выбежали его люди. Отца с ними не было. Это чудовище мне не соперник. Ну да. Если он настоящий, то это стоит моего времени. Настоящий! Где же он? Ты сказал, лабиринт под нами. Да, под храмом Еж... Отведи меня, я убью твоего отца. Ты... Я убью Минотавра и найду твоего отца. Спасибо, Мистий. Ха, как тебя зовут? Ардос. Ну, за мной. Вон там, внизу. У тебя голова пойдет кругом, Мистий. Там огромная комната, и огромная дыра в полу, и огромная дверь. Все продолжают твердить о том, как Тесей убил Минотавра. Ложь! Я слышал рев, как раскат грома. Да, точно. Минотавр все еще жив и голоден. Славно. Рад, что ты мне повстречался. Теперь у папы есть шанс выбраться из лабиринта. И зачем было делать вход так глубоко? Мы пришли. Разве не удивительно? Просто старая дверь. Большая, не спорю. Неправда! Это просто... Прекрати все портить! Значит, Минотавр обитает под Кносским дворцом. Открывай. Да.
Заперто. Не волнуйся, мы найдем путь. Может, ты что-то знаешь? Не знаю, но знают люди, которые были в лабиринте с папой. Я хотел узнать у них, но... Они со мной не говорят. Со мной придется. Собиратель, рыба-меч и мой старый опекун. Мой опекун? Занудный старик. Не хотел говорить об отце или Минотавре. Так что я решил сам все выяснить и ушел от него. Ха, лихо. Собиратель скупает всякие странные вещи. О, и последний – рыба-меч. Хм, ну да. Он главный в бухте осьминог. Где мне искать рыбу-меч? Начни поиски в уголке рыбака в Гераклионе. Рыба-меч? Нет, нет. Владеет рыба... А где найти? В Гортине. Я одолжил у него пару вещей. Не пытайся одолжить. У тебя? Не заметишь. Расскажи об этом старике. В общем... Мой опекун недавно прислал мне весточку. Как мило. Ха. Он не хотел говорить о папе или Минотавре. Я встречусь. Он будет ждать в нашем старом домик. Где, говоришь? Бывший опекун. Он будет ждать в нашем старом домик. Я развяжу им. Чего тебе, старик? Я умираю. Я отдам тебе... Я не могу. Я обещал жене, но она ушла. Всегда находили... Дети. Ты мог бы постараться и показать ей цветы. Я корю себя за это. Так что я должен... Нарви для меня красных цветов. Небольшой бук. Времени мало. Понимаю. Эй, эй! Мисти! Об этом месте говорил старик. Вот же он, цветок.
Аид забрал... Никогда я не видела его таким спокойным. Цветы. Да, он просил их принять. Глупый старик. Вот за... Вот. Он дал обещание. Мне нечего дать тебе в... Мама очень обрадуется цветам. Когда она была жива, ты ей их не дарил. Ты, должно быть, Скопидом? Собиратель. Собираешь пыль, что ли? Я здесь из-за Минотавра. Я... Нет, я не могу. Ничего не знаю о Минотавре. Меня прислал Ардос. Сказал, ты что-то знаешь. Ардос? Я пришел не ломать тебе кости, а поговорить. Ответишь на вопросы, и я уйду. Отвечу. Только вот правильного ты не задашь. Не будем играть в игры. Ладно. Тебе нужен доспех Тисея? Думаю, мой доспех не ху... Никеус думал, что у него лучший доспех в... Не будь как он. Расскажи о мальчике. Сын Никеуса. Сын своего. Ты с теплотой вспоми... Останет... Ты продал доспех. Увы, начальника в крепости. Расстаться с ним должно. Нет. Про... Дыши, собиратель. Доспехи Тисея больше, чем... Но одну у меня... Если найдешь, забирай. Но если будешь отбирать его с боя... Вот и пещера.
ты! Мистей! Мистей, меня обязали сделать лук, состоящий только из клыков львицы. Я отдам тебе клыки. Конечно же. Устроит ли тебя прик... Ладно. Лук достойный Артемиды. Вместе? Я узнал о гортинских законах, проходя Агуге. Что за работа? Работа опасна. По-другому не... Речь идет о власти. Война. Я знаю, Цен. Что ты задумал? Я предводитель Буле. И тебе нужно срубить... Всего одну. Сюда прибыл посланник из Феста. Его смерть без сомнений приведет к... Что я получу? Тебе хорошо за... Значит... Прежде чем начнется война, ну... Где найти? Этот вестник мира. Зачем нужно С оружием и... В крепости Дедал. Если их... Значит, разве... Мы хорошо... Вижу его.
Готово. Гортина ослаблена. Хвала бога. После войны Булей избирает нового главу. Это не миф. Интересно, из скольких частей состоит доспех Тесея? Thank you.
что-нибудь, прошу! Что нужно? Покой и месть. Подаришь мне это, Мистий? Расскажи о слухах. Последователи Ареса сжигают... Эти малаки от... Они должны страдать, как мы, отомщены. Мы с копьем. Спасибо. Скажи, где прячь. Последователи Ареса живут... Я выгоню их. Последователи Ареса. Спасибо, мисс. Правосудие бесплатно. Мы обрели то, что не куп... Но без награды мы тебя не оставим. Должно быть до Мареса. Где мальчик? Ты его опекун. Верно. Не переживай о нем. Мне говорили, ты стар. Мне? Кто сказал тебе о мальчике? Ну? Дело не в мальчике и не в старике. Но если я расскажу тебе хоть что-то, мне... Конец? Знаешь, что тебя ждет, если ты не заговоришь? Ладно. Для чего им нужен мальчик? Не знаю, Мистий, но мы знаем, на что они... И к ним бы попал неви... Где старик? Они в деревне к юго-западу отсюда. На твоих глазах. Но... Ты согласился похитить мальчик? Они дальше по дороге, культ. Убей их всех. Поможешь и себе, и мне. Отпусти, я ничего не... Пусть Зевс свершит твою судьбу. Мне нужно найти старика. Спасибо, Мистий. Старик еще жив. Стоит проверить храм в Фесте. Среди стражников есть старик.
Старик здесь. Погоди, кто ты? Я от Ардеса. Идти можешь? Ардес, хвала богам. Давай выбираться отсюда. Дыши, старик. Ардес, мальчик! Я не дам причинить ему вреда, хотя иногда их... Ардес может устроить нас... Я хочу знать, как попасть в лабиринт. Я знаю одно. Ардес говорит, ты не хочешь рассказывать о его... Как можно сказать мальчику, что человек, которым он гордился, его отец мертв? В память о Никиусе!